Когда вам нужны деньги, они нужны вам именно сейчас. В отличие от других сервисов, Займер.ру – это робот онлайн-займов. Он работает без участия человека. Как только вам понадобятся деньги, заполните заявку онлайн, и нужная сумма моментально будет отправлена вам на карту. Займер.ру – лучший способ быстро занять деньги. Не сумею, спаси ради Бога, ведь я не жестоко, сложно, очень больно. Я без тебя словно попадаю в ад, и чувство то, что я одинокий, напоминает весенний снегопад. Слишком сложно, очень больно. Я без тебя словно попадаю в ад, и чувство то, что я одинокий, напоминает весенний снегопад. Алейкум салам. Весенний снегопад. No, bro, I'll be back, man. Research. Gotta pick up a couple of loads. Allah'a şükür, güzel. Спасибо. Siz nasılsınız? Hey, hey. Детройт. Мичиган. А, in stereo, bro? In the club? Yeah, it's not posted yet. They live in Detroit. Федя, я зашел, короче, на этот веб-сайт, там не было этих фоток. Или это айпча шекельным ки, ағзымда сигарет, короче, кызын аяғы, короче, там пиздец. Надо как-то их попросить, чтобы не ставили, бля. Не в тему чекельмешты, вон, авара. Раскумаренный я там был. Yeah, I was drunk as fuck. Just like always. Hello? Бля, ему сказал, пересними, а что, фотоаппарат чья? Дедым кип чедер. Паша чек, короче. Ну ничего. Чикаго-то популярный он духчинки, блядь. Там такая фотка, бро, версателлан. Как будто под юбку, короче, смотрю, знаешь? На самом деле, я же сижу, вы стояли, я такой подбежал резко. Ай, плуга, бля. Позор. Detroit. I'm going to Detroit. My parents are in Ohio, bro. I live in Dayton. Used to live in Dayton. Какая девочка? No, her parents in Detroit, bro. Гюзель, какая девчонка? Чё джухми?
шейдер у знакомого дочка. Ей 5 лет, 4 годика. Веселая девочка. Да, веселая такая девочка. О, офиса галера, тарма так не дира, дири. Индиана. Моя дочка нормально, вот, вот этот рейс как раз я в Феникс еду. Заеду, увижу тоже ее. Позамимана, да, говорю, короче. Чикаго? Да, в этом, в Аризоне. У тебя тоже родственники по всему стейтс, короче. Ладно, ребят, я подключаюсь. Не, не, навряд ли. Какого числа у него свадьба? Нахуй турки твои вон. Марта, навряд ли. Нет. У меня вакейшн 17-го, я должен быть в аэропорту в Майами. Так что навряд ли. Марта я, наверное, где-то в Калифорнии. Эра учербила. А вы ловил for sure. 3 days VIP. Wanna have a lot of fun. Lot of fun. Virtual fun görüyorum işte. Доживем сначала до марта. Ладно, я отключаюсь. Всем пока-пока. Отключайся.